О, привет! Я хочу поговорить с тобой. У меня... Пижама в котиках? Неважно. Мне кажется, я схожу с ума. Такое впечатление, что во мне сидит две личности одновременно. Каждый день мне снится один и тот же сон. Я лежу на полу и говорю девушке какую-то фразу, типа... О, привет! Я хочу поговорить с тобой. У меня... Пижама в котиках? Стоп! Это как-то связано с игрой. В ней, я помню, был собакой. Синей собакой, с человеческим лицом. И все происходило как бы и во сне, и наяву одновременно. Я ходил по какому-то сюрреалистическому миру и должен был кого-то спасать. Кажется, это был... Это был мой хозяин. Да, точно, его звали... звали Боб. А игра, кажется, называлась Back to Bed. Это была головоломка, типа в трех измерениях, выполненная в авангардном стиле, наподобие картин Сальвадора Дали. Впереди Боба появлялись следы, по траектории которых он якобы должен был выполнять передвижение. А мне, в качестве верного пса, было необходимо правильно переставлять яблоки на пути, чтобы безопасно довести его до кровати. Нет, это какое-то безумие. Нет, это была другая игра. Запустив ее, мой экран стал окном в другое измерение. Я ходил кругами в поисках вопросов на ответы. Или по-другому, неважно. И каждый вопрос был уже заранее ответом. Это такая экспериментальная игра, визуализирующая музыкальные композиции одной группы. Я окунулся в настоящий воображариум. Вокруг бескрайние пустыни, поля и горы, посреди которых стоял я и не знал, что мне делать. Я серьезно, это игра, в которой ты не понимаешь, что от тебя требуют. Смотря на устройство, под любым углом, оно будет в точности заменять твою реальность окружения. И вот спустя секунду ты носишься по квартире, догоняя сферы, переносящие тебя в новые и новые миры, наполненные новой жизнью и композициями. Может, это была она? Нет, это была та головоломка, лишенная всякого смысла. В ней у меня вместо головы была вилка. Ну, как в штекере. И я засовывал ее в чужую задницу? Да, по-моему, она называлась Plug and Play. Это интерактивный и весьма странный проект, оформленный приятной анимацией. В игре нужно соединять розетки, пальцы и головы, как я уже говорил, с чужими задницами. Ну и не только. Игра проста, проходится методом тыка по экрану, по принципу двух пальцев в розетку. Но Plug and Play однозначно является искусством, а это значит, каждый сможет найти в ней что-то свое и конкретный смысл для себя лично. А быть может, мне вынес мозг тот симулятор медведя за рулем? Не спрашивай. Ну да, в этом симуляторе ты играешь за медведя, который готовится к спячке. Странным путем. Но мозг мне вынесла не она, а скорее ее управление. Кто-то поймал неплохой трип и решил, что медведи, готовясь к зимней спячке, садятся в свой автомобиль, давят на газ и собирают любимые явства. Enviro B2000 — это симулятор с самым косолапым управлением в истории. Приходится постоянно переключать коробку передач, давить на газ, тормоз, крутить руль и при этом свободной лапой заталкивать в рот жратву, попавшую в салон автомобиля. И вот, казалось бы, что сложнее быть не может, как тебя таранит косолапый конкурент. Да, выносит мозг прилично, но это была не она. Я вспомнил! Я запустил какую-то пиксельную игру, которая в буквальном смысле троллила меня. Все, что я не делал, приводило к моей смерти. Ну, естественно, если главная цель избавиться от бомбы, а главный инструмент — пинание всего подряд ногой. Единственное, что спасало меня, это швыряние предметов в самом нелогическом порядке. 6 комнат, в каждой по 6 уровней, 6 бонусными, и каждый уровень с какими-то странными отсылками к знаменитым фильмам и играм. Игра сама предупреждает не играть в нее долго, потому что не угадав правильную последовательность, все взрывалось. И я проходил все по кругу, снова и снова, снова и снова. И вот я играл в нее, и потом я уснул! Что, эй? Неважно. Итак, мы на том самом месте, откуда мы начинали. Каждый день мне снится один и тот же сон. Эй! Ты опять уснул во время игры на полу, ублюдок! А мне снилось, что я обзорчик.